Сегодня в Кустанайской области почти 1500 налогоплательщиков, торгующих алкоголем и горюче-смазочными материалами. Им-то необходимо установить новые кассовые машины. Норма вступила в силу еще в июле 2015 года, но проверки начались только в октябре. Из 1485 налогоплательщиков 1159 уже зарегистрировали в налоговом органе КМ нового образца. Из них 775 налогоплательщиков зарегистрировали в операторе фискальных данных на сервере АО «Казахтелеком». Причин нерегистрации кассовых аппаратов несколько, говорят в региональном департаменте госдоходов. Наиболее частая – банальная неготовность коммуникационных сетей. Если в городах и крупных селах «Казахтелеком» не испытывает никаких проблем с регистрацией и постановкой на учет кассовых машин, то, например, в отдаленных селах нет технической возможности. Если нет технической возможности, то мы обязательно каждому индивидуальному предпринимателю выделяем справки, где что значит эта справка? Это значит справка, что на сегодняшний день по тому адресу, где непосредственно индивидуальный предприниматель осуществляет свою деятельность, что у него нет там тех возможностей установить ККМ. Да? А те, кто получил данную справку, что с наличием технической возможности, он может смело покупать себе ККМ и устанавливать его. Так или иначе, устанавливать контрольно-кассовые аппараты надо. Пока налоговые службы только предупреждают. А по закону за отсутствие техники положен штраф от 79 280 тенге до 158 560 тенге. Бауыржан Ержанов, Ярослава Богатырева, РТН.